Сложно представить, но еще год назад большую часть дворовой территории возле домов 22, 23, 24 и 29 в Горках Десятых занимали гаражи, печальное наследие 90-х. Их владельцы пошли навстречу местным жителям и администрации поселения и согласились освободить землю для благоустройства. В 2017-м там появились тропиночная сеть, велодорожка, покрытие для детской площадки. Даже по желанию жителей мы сумели интегрировать сюда эко-парковку на 22 машины. И в этом году предполагаем финансирование второго этапа, который составит порядка 10 миллионов. Это насыщение данного сквера всеми необходимыми элементами для отдыха. Это лавочки, это урны, это детские игровые площадки, малые архитектурные формы. В этом году к концу августа должен завершиться второй этап благоустройства дворовой территории в рамках губернаторской программы. А пока рабочие устраняют образовавшиеся недостатки. Но совсем скоро здесь появится игровой комплекс и канатный городок. Есть определенные замечания. Как раз подрядная организация сейчас занимается гарантийным ремонтом того, что пришло определенную негодность. Все идет по графику. Второй этап будет закончен до 15 августа. 43 подъезда были отремонтированы в Горках Десятых в 2017 году по губернаторской программе. Столько же планируется привести в порядок и в этом. Работы в 27-м доме проводит Одинцовская теплосеть. В этом подъезде идет полностью покраска до 9 этажа. Замена светильника. Лестничная марша. Лифтовых окон. Вот, восстановление перил. Ну, собственно говоря, для этого подъезда здесь больше ничего не требуется. Жители Горок Десятых – люди ответственные, говорит глава поселения, поддерживают порядок в отремонтированных подъездах. За последние несколько лет актов вандализма зафиксировано не было. Такое отношение к общественному пространству в Успенском приветствуется и поощряется. В фойе девятиэтажек выделены помещения для советов домов. Жители прекрасно понимают, что этот ремонт делается именно для них. И я вам хочу сказать, что уже порядка 3-4 лет мы производим такие работы, и мы видим, что жители с благодарностью к этому относятся. И самое главное, в них появляется чувство хозяина, бережливости. Начало строительства детского сада в Горках Десятых – настоящий прорыв для поселка. В последние годы здесь появилось несколько жилых комплексов и ни одного инфраструктурного объекта. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 400 детей. Полностью построен цоколь здания, завершаются работы на первом и втором этажах. Идет монтаж внутренних перегородок и отделка стен. Темп очень хороший. Взяла подрядная организация. Пока мы наблюдаем по определенным позициям даже опережение срока по графику. Замечаний нет. Все действительно делается и качественно, это видно вооруженным глазом. Уже в декабре детский сад будет введен в эксплуатацию и примет первых малышей. На этом подарки для жителей поселка не закончатся. В течение месяца должны быть завершены конкурсные процедуры. После того, как станет известен подрядчик, начнется строительство нового дома культуры. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».